итальянскому, да, правильно переносить слова. Вот, и вот такое такая проникающая в душу и музыка, и сама форма поднесения. Ну, как всегда, это сюрприз, поэтому это вот вечеринка всегда состоит, когда есть возможность. Я хочу сказать, что я, так сказал, давно знаю достаточно Валерия Акопьяна. Я считаю, что это на талантливый артист, который имеет, на мой взгляд, действительно, как Канцио сказал, хорошее будущее не только в Италии, но тоже за рубежом. Penso a te, al sapore delle tue labbra, oh Dio.